С вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игру под названием Wild Boy, либо Лампочный Мальчик. Так, здесь нам предлагают выбрать освещение. Давайте мы с вами вообще посмотрим, что здесь мы у нас видно на картинке. Какая-то соплявая херня. Курица на одноколесном велосипеде, или что это? Без головы курица. Паук и говночервь. Ладно. Wild Boy. Просто нужно кликнуть. А язык здесь так, что почти слов по идее нету. Если верить скриншотам. Там в виде картинок и все такое. Солнце в виде лампочки. Он рассказывает, как он походу воевал, он шел на коне против какого-то дракона и отрубил ему голову. После он его съел. Собака. Что это было? Пипец. Ладно, это странно. Нет, рыбку не хочешь брать? Так, маска, что здесь? Зубы. У нас теперь есть. Это типа квеста? А ну-ка, давай на рыбку. Окей. Типа лампочный герой. Что, типа, была собака, она мутировала? Или это собака-муха? О, это что, отсылка на это? Да ладно. Это отсылка на звонок. Прикольно. Так, какой-то космолет. Пытаться до чего-то коснуться. А, если сейчас прыгнет на лицо, это понятно, на что ссылка. Я понял, на что это ссылка. Пытается что-то достать, и это ссылка на этот. Крик Вингельма только что был. А сама ссылка вот этого ролика мини. На чужого. Или на хищника, не помню. Кажется, на хищ... Блин. Alien Isolation. Короче говоря. Так, еще у нас есть три. А, все, да? Ладно. Так, у нас произошло сохранение. А, подожди, а что должно было произойти? Так, включить я могу обратно? О, мамать. Солнце, которое погрузилось вниз. Это сейчас была отсылка у нас на Марио. Но в виде Марио у нас было почему-то солнце. Это глава R2-D2, если я зрение не обманывает.
Похож на RD2, да, типа голову. Да, что-то типа того. Ладненько, погнали отсюда. Это, если что, игра хоррор. Муха с собака. Так, там что-то летает на заднем фоне. Это птичка из Flappy Birds? Ладно, подумаю, что мне показалось. Какой-то жуткий сгусток. Монатин звуки стрёмно издаёт. Так, пойдем мы сейчас в комнате. Так, ну кот он почти везде, но я не знаю, на что это отсылка. Я даже сказать не могу. Давай посмотрим, что в шкафу. Ничего он говорит. Какие здесь есть отсылочки? Давайте внимательно посмотрим. Шкаф. Спички. Лего голова. Игровой молот. А тебе нужна конфетка? Это жук в виде глаза. Ну-ка, беги. А, типа головоломка. Я не знаю, что это, но похож на крючка. Так, ну не бойся, не бойся, не бойся. Но он говорит насекомое, дай три насекомых. Так, это метла. Мне походу нужно подбить муху. Ну, тогда нам нужно немного подождать, пока он подлетит. Нет. На тебе жука этого. Ладно. Я могу залезть на кровать? А, мы лезем под кровать. Так, о, ссылка на Тетрис. Скорее всего. Так, готово. Подожди, я не хотел к нему подходить. Вот, оно даже затемнилось, то, что мы уже нашли. Держи. А теперь вопрос, как мне достать последнего. Так, могу я так долго держать? Отлично.
Так, ну блин, я не знаю, ну вот это вот типа постер можно еще к ссылке на пятницу 13. Ну да, пятница 13, наверное, ссылка. Либо на Крик. Ну, в плане не Крик, а. Как он называется? Хэллоуин. Крик, Хэллоуин, пятница 13. И на самый вот этот последний, как он называется, самый старинный, там где психа, кажется, называется. Пойдем посмотрим, что дальше, какие у нас будут ссылки. Ой. Модель жуткая. А это сопливая херня, то, которую мы смотрели, да? И что? Скрипты не сработали. Ого, мать, рука какая-то огромная. Давай смотреть, что здесь. Нужен ключ. Хорошо. Потом сюда вернемся. Запомнили, что нам нужен ключ. Я понял, босс. Нет? Понятие дело в том, что мы этот просто так не откроем ведь. Мне нужен по-любому ключ здесь, либо что-то типа того. Подсказку я не буду брать. Сначала нужно посмотреть так. По-любому ловит. Ну, задумка правильная. Задумка верная. Да ладно, там еще что снизу лазит? Давайте в окно посмотрим. Это та птичка, да? Так, кусочек стекла. Мне от рыцаря интересно посмотреть. Ладно, погнали наверх. Вы знаете, такая мини-головоломка. Но это хоррор. Я в нее давно хотел поиграть, но не мог ее найти никогда. А-а-а. Тихо. Так, это походу ключ как раз оттуда, который нам нужен. Главное, чтобы меня не схватил. Я смогу им управлять? Серьезно? Заклинил. Окей, я понял. Мы запомнили. Сможет ли он меня выкинуть на ту сторону? Ладно, туда. Чтоб я все это перепрыгивал. Спасибо.
Мы сделали быстрый проход себе. Отлично. Какой-то помидорчик. Так, ага. Это нам пригодится. Отлично. А теперь нам нужно просто заново перепрыгнуть туда. Ну, смотрите, оно влияет на свет. То есть оно на свет идет. На свет. Сейчас мы все это сделаем. Так, смазать рыцарем. Все, готово. Так, теперь мы залазим наверх и атакуем его. А, мне его нужно вызвать, хорошо. А чё такой кусок, слышите? Так кусок выглядит, как оса. Да-да, мы воины. Ладненько, пойдемте дальше. Рука. Он разбитый. Вот. Типа его разбудим, да, водой? Челюсть мы заберем, скорее всего, нам она пригодится где-то. А, я ее забрать не могу. Ух ты ж, это мы нижний, да, посмотрели? А, только нижний можно. Ага, вот. Все вижу. Здесь это немного пропало. Рисунок изменился. Так, полезли наверх, да? Добро. На самом деле довольно странно здесь. Типа воспоминания.
А, мы играем? Ничего себе. Слушайте, я так подумал. Давайте на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.